Трагедия произошла в Ленинском районе. В одном из домов по улице Курдюмская были обнаружены в бессознательном состоянии тела мужчины примерно 30 лет и 11-месячного ребенка. Еще одна 8-летняя девочка к тому моменту, когда приехали спасатели, уже была мертва. Можешь сказать, кто где лежал? Тут Юра спал, папа. Тут Кира спала. Мелкая ползла по полу. Так. Аня к нам дверь открыла. Все случилось в выходные. Известно, что у 8-летней девочки, которая погибла, в субботу был день рождения. И семью ждали в одном из детских клубов. Когда они не приехали в назначенный час, родные и друзья забили тревогу. Судя по кадрам из квартиры, семья вполне благополучная. По словам родственницы, а именно она и обнаружила тела, двери и открыла мама детей. В тот момент она еще находилась в сознании. Сейчас мужчина находится в больнице, 11-месячный ребенок в реанимации, а 8-летнюю девочку сегодня похоронили. В настоящее время достоверно мы можем только установить причину смерти по результатам исследования трупа. Вот. Предварительно можем сказать, что это все-таки отравление угарным газом. Чем отравилась семья, это главный вопрос. В квартире находится газовая колонка. Спасатели, работавшие на месте, проверили вытяжку и никаких проблем там не обнаружили. А вот в Следственном комитете основной причиной трагедии называют отравление членов семьи угарным газом. Эту версию сейчас и проверяют. Ирина.